Все ли батюшки добрые? Или есть те, кто может навредить? К сожалению, не все батюшки такие. Подождите. У меня встречный вопрос, друзья мои. А с чего вы решили, что батюшка должен быть добрым? Вот. Всегда. Таким, знаете, Санта-Клаусом. Таким пузатым, добрым и всегда вам улыбается, как дурачок. С чего вы взяли, что батюшка должен быть таким? Вы понимаете, что вы сейчас свой образ идеального батюшки натягиваете на ваших священников, которые у вас в храме. Вы не понимаете, что эти священники живые люди. Они могут устать, например, сильно задолбаться, например, там, не знаю, у них детей много, устать бегать по требам весь день, в конце концов, просто не выспаться, потому что младенец весь день орет, или, и всю ночь тоже, например, вот, а вы считаете, что нужно быть добрым всегда и смотреть на вас такими, знаете, вот так, глазами. Вы вообще понимаете, что вы живете в реальном мире, а не в мире розовых единорогов и волшебных слоников? Нет? Похоже, не понимаете. Мне кажется, вы перечитали «Жития святых». Вы поймите, что все-таки «Жития святых» и прочие благообразные истории про добрых и искренних отзывчивых священников – это правда, но они не всегда в одном состоянии духа, в настроении, потому что у любого человека есть эмоции и чувства, даже у праведного, даже у святого. Вот если вам интересно понять, что в голове у святого, очень рекомендую, возьмите дневники отца Иоанна Кронштадтского. Почитайте. Например, где он там описывает, как он вечером сильно устав, очень сильно устав, пришел и просто объелся. Просто объелся, он говорит, ел, говорит, прям, ну, без это, без удержи. Типичный РППшник, вот просто типичный. Вот просто, говорит, утром встал, говорит, было очень тяжело, помолился, попросил Господа Бога помощи, подготовился, пошел причащаться, после литургии прям стало хорошо, свободно на душе. И он описывает все свои духовные переживания, понимаете? И мы видим здесь реальную духовную жизнь человека. А у вас в голове батюшки и святые – это какие-то ангелоподобные существа, которые всегда всем улыбаются и мироточат. Я не понимаю, вы откуда все это понабрались? Ну, не так это. Ну, и таких людей не бывает. Это сказки. Не бывает таких людей. Мироточивых людей не бывает, понимаете? Мироточивы бывают иконы. Люди, они обычные все. Обычные все. Даже если священник строгий, даже если он устал, даже если он вам как-то там что-то буркнул под нос себе, это не значит, что он плохой батюшка. Просто он устал, замучился. А хочется вот вам, вот, чтобы он был вот такой. То есть это вам хочется, понимаете? И вы вот свой образ натягиваете на священника. Вот чтобы вот именно он был таким. В результате такие люди ходят, начинают выбирать. Этот такой батюшка, этот не такой. Женщина в основном, к сожалению. Да, мы извините, без обид, но вот это правда, это ваша тема. Заряженная. Вы просто переносите на них образ какого-то, не знаю, папу, там, мужа и так далее. Вот. Плохой муж, значит, хоть батюшка в церкви будет хороший, добрый, будет меня любить, обо мне заботиться. Раз в дом меня никто не любит. Вы же подумайте, хоть раз задайте себе вопрос, зачем вам добрый батюшка? Может, дело-то не в батюшке, а в том, что вам просто хочется человека рядом, понимающего, любящего. А тот самый муж, который рядом у вас под боком, он вообще ни разу не понимающий, не любящий. Поэтому ты приходишь в церковь и думаешь, ну, может, хоть здесь меня будут любить и понимать. А там батюшка не с той ноги встал. И такой, а какой плохой батюшка, пойду в другую церковь. Понимаете? Ну, проблема-то в тебе. То есть это ж твои чувства, твои мысли, твои представления. Это ж ты. Это ты так видишь, ты так чувствуешь. Другой человек рядом стоит, он вообще так не заметит. Понимаете? На одно и то же слово мы все реагируем по-разному. Вот кто-то тебе кому-то что-то резко скажет, один скажет, да, брат, ты прав, слушай, что-то я правда загоняюсь. Другой скажет, как ты посмел мне такое сказать? Ты знаешь, ты нарушил мои личные границы? Ну, понимаете, мы все по-разному реагируем.